Я в первую очередь объясню, что вкладываю в понятие российские немцы. Российские немцы – это потомки германских эмигрантов в Россию, а также в редких случаях германские эмигранты в Советский Союз. И в настоящее время они живут как в России, так и в Германии, и в странах СНГ, а также в Прибалтике, Польше, Финляндии, Израиле, США и других странах. Термин «российские немцы» – калька с немецкого «Russlanddeutsche». Это понятие указывает не на место проживания, а на исторические корни. Российские немцы являются особой этнической группой, что определяет специфику их культуры, в том числе литературы, ее отличие от русской и немецкой литератур. По данным российско-немецкого критика и поэта Вальдемара Вейбера, германские исследователи не называли российско-немецкую литературу в перечне 5 немецких литератур, каковыми были литературы ФРГ и ГДР, Австрии, немецкоязычной Швейцарии и литературы румынских немцев. Германский литературовед Александр Риттер относит российско-немецкую литературу не к немецкому зарубежью, а к немецкоязычному зарубежью, тем самым косвенно придавая ей статус игнорируемой литературы. Возникает двойственное отношение к российско-немецкой литературе как к части немецкой литературы и самостоятельному литературному явлению. В конце прошлого столетия преобладающее большинство писателей российских немцев, живших ранее в Советском Союзе, а потом на постсоветском пространстве, эмигрировало в Германию. В России и в странах СНГ осталась значительно меньшая их часть. Например, в Москве проживает писатель, романист, литературовед Олег Клинк. В Алма-Ате проживают Герольд Бельгер и другие авторы. Литература российских немцев в Германии на данный момент тесно связана с литературой, создаваемой этническими немцами России и других стран СНГ. Но принципиальным отличием становится доминирование немецкого или русского языков творчества, что объясняется правомерной ориентацией авторов на германского или российского читателя. Несмотря на яркость отдельных имен, до 90-х годов прошлого века, до начала массовой эмиграции российских немцев, они из-за своей малочисленности в Германии не смогли очертить литературных традиций, хотя и обозначили тенденции. Зато с начала 90-х годов, когда происходит переброска превалирующей части российско-немецкого писательского контингента в Германию, проявляются отчетливые контуры особой литературной группы. Активная эмиграция российских немцев в Германию совпала с этапом раскрепощения творческих сил для писателей российских немцев. Литература во многом освобождается от цензурного давления. В Германии вынужденная социальная пассивность российских немцев, в частности, вследствие недостаточного владения немецким языком, безработицы и других факторов, с одной стороны, лишает их полнокровной социальной жизни, с другой, обуславливает достаточное количество времени для творчества, что усиливает рост массовой литературы. Преобладающий массовый характер российско-немецкой литературы свидетельствует о стремлении интеллигенции сохранить специфику своей этнической группы в младших поколениях, используя некую воспитательную силу творчества, а также о необходимости отражения на бумаге тягот, выпавших на долю этнической группы и путей их преодоления. Общее для российских немцев – это в первую очередь русско-немецкое двуязычие в разной степени, совокупность элементов российско-немецкой этнической картины мира и национальных ключевых понятий в творчестве. В различные исторические периоды российско-немецкая литература предстает отдаленной от читателя, в России от русского, в Германии от немецкого. В связи с этим у нее возникает необходимость искать путь к читателю. Российские немцы в основном русско-немецкие билингвы. Уточним понятие художественный билингвизм вслед за алматинским литературоведом Виктором Бадиковым, который предполагает прежде всего
владение двумя языками в эстетическом, творческом плане. Хотя на практике мы нередко имеем, по крайней мере, два типа. Неполное одностороннее двуязычие и полное двустороннее. В первом случае литератор, хотя и знает два языка, использует для собственного творчества один из них, обращаясь ко второму лишь в переводах с него, то есть в самом легком случае. Знание языков здесь может быть разноуровневым, совершенным или свободным, но все же несовершенным владением вторым языком. В российско-немецкой литературной среде выделяются различные виды использования языка в творчестве. Наиболее интересные из них, конечно, полное двустороннее двуязычие. Характерным примером служит литературное и критическое творчество Константина Эрлиха. Например, в письме он пишет: «Даже запамятовал, писал ли я очерк на русском или немецком. Оба языка у меня рабочие, так что иногда даже не помню, на каком языке та или иная вещь написана. Русским и немецким владею примерно одинаково. У меня выбор языка зависит от темы, о которой пишу, или от аудитории, на которую рассчитываю». Неполное одностороннее двуязычие включает в себя два вида. В первом случае писатель пишет преимущественно на немецком языке, владея русским языком, переводя с русского на немецкий. Во втором использует в своем творчестве русский язык, зная немецкий язык и прибегая к нему в переводах с немецкого на русский. К первому типу творчества можно отнести поэзию Норы Пфейфер, Ли Франк. Ко второму виду творчества, например, произведение Роберта Лейнанена. Одноязычие также представлено двумя модификациями. Автор использует в своем творчестве только русский язык, Владимир Эйснер. Автор пишет только на немецком языке, Нелли Десс. Творчество автора может эволюционировать, к примеру, от одноязычия к неполному или даже полному двуязычию. Молодые российско-немецкие авторы в детском или юном возрасте, эмигрировавшие в Германию, пишут преимущественно на немецком языке. Лена Классен, Йохан Труп, Антон Митляйдер и другие. Отдельные из них создают варианты своих произведений на русском и немецком языках. Дмитрий Герман. Русскоязычные литераторы, российские и немцы, в Германии обретают чаще всего неполное, а затем и полное художественное двуязычие, если рассчитывают на немецкий книжный рынок и немецкую периодику. Многие российско-немецкие поэты – переводчики с немецкого языка на русский, с русского на немецкий. Возможность выявления черт этнической картины мира определенного народа или этнической группы с опорой на художественные тексты заявлена в научной теории и убедительно продемонстрирована на практике. Посредством изучения литературных источников, в основном периода второй половины XX – начала XXI веков, а также привлечения исторических, публицистических, эпистолярных источников, реконструирована этническая, в том числе языковая, картина российских немцев, которая может быть спроецирована на будущие этапы развития российских немцев как этноса. Модель мира для российских немцев – это дорога к родному дому, к родине. Этот образ гибридный, русско-немецкий. По Георгию Гачеву модель мира для Германии, для немцев – дом, для русских – направление в бесконечность, путь-дорога. У российских немцев совмещение двух этих моделей. Отличие германской – дом, и российско-немецкой – стремление к дому моделей мира в наличии дома и отсутствии его. Мирообраз российских немцев динамический. Но для них характерно противостояние вынужденному кочевью. Основными элементами российско-немецкой этнической картины мира являются осознание окруженности своего чужим, бытование внутри другого, стремление к автономности, приоритет статики над динамикой, ощущение нигде на родине или везде на родине, генетический страх перед изгнанием, состояние постоянной уязвимости, страх быть заметнее других, повышенный интерес к растительной символике в произведениях, изображение слабых растений или растений без корней, обостренное желание законного отношения к родному этносу, стремление подчеркнуть своеобразие
родного этноса и стремление к интеграции внутри своей этнической группы. При изучении бикультурного или поликультурного объекта правомернее пользоваться термином «ключевое понятие» вместо «лингвоспецифичное слово». Термин Анны Вежбицкой. Хотя второй термин может применяться относительно одного из языков носителя билингвальной культуры. Национальные ключевые понятия российских немцев «das Heim», «die Heimat», «родной дом», «родина». Причем в русском варианте требуется добавление «родной дом». «Die Angst», «страх» из-за уязвимости. Немецкий эквивалент, именно данное слово, остальные синонимы не подходят. А также понятие «der Weg» – путь, «die Hoffnung» – надежда и другие. Все эти мотивы находят отражение в литературе российских немцев. Не будучи в силах определить точное местонахождение родины, российский немец обретает ее в душе, идентифицирует родину с любимым человеком. С родиной как местом вожделенной статики вследствие вынужденного движения у российских немцев ассоциируется могила. Если настойчиво возникает мотив движения, то это чаще всего связано с освоением найденной родины. Так в книге Мангольда «Германия туда и обратно. Поэтические циклы путешествия» размещены 173 стихотворения, которые распределены по 41 циклу. Название каждого цикла, строящемуся по типу «Бон, туда и обратно», определенный германский город. С помощью универсальных элементов, выделенных Анной Вежбицкой, можно дать определение национальных ключевых понятий с точки зрения их понимания российскими немцами. К примеру, осознавание родины, родного дома таково. «На таком пространстве хорошо. Оно есть у других, но его нет у нас. Мы хотим быть на таком пространстве». Определение другого понятия «изгнание» расслаивается на два. «Изгнание» как депортация. Нас двигают куда-то, хотя мы не хотим этого. Это плохо для нас. Мы хотим остаться здесь, нам здесь хорошо. «Изгнание» как эмиграция. Нам здесь плохо. Мы движемся туда, где хорошо, но и там нам плохо. Мы хотим, чтобы там стало для нас здесь, и здесь было хорошо. Именно в таком понимании российские немцы объясняют понятие «родина», «изгнание», «эмиграция», «депортация». Российские немцы стремятся к интеграции внутри своего этноса, не теряют своей специфики в русской и немецкой среде. Этим нередко обусловлено преобладание в субъектном строе произведений местоимения «мы». Языковая картина мира отражается, в частности, в способах номинации. Для российских немцев концептуально самоназвание и наименование других, актуализирующие бинарную оппозицию «мы другие». В том числе в российско-немецком шансоне ярким представителем является, например, автор текстов Соня Янке. Соплеменники автора характеризуются как русаки, аузидлеры, переселенцы, российские немцы, шпет-переселенцы, племя изгоев и даже немецкие цыгане. Но активно местоимение «мы», в отличие от русского шансона, предпочитающего местоимение «я». Поэтесса изображает переселенцев в контрасте с коренными германскими немцами. Контраст между нами и другими, которые герои, впрочем, мечтают изжить, номинативно подчеркнут. Герои российско-немецкого шансона мечтают интегрироваться в общество. В то же время герои русского шансона всячески подчеркивают свою уникальность и особость. Характерна самономинация российских немцев «Никто». Сначала для российских немцев другой представитель.